все бассейны в реестре присутствующих поставщиков не включены. Короче, да, у меня трясутся немножко руки, я очень рад. Мы отстояли компанию нашу, все бассейны РФ, нас не внесли статус недобросовестных. Это теперь не мы. Так, и еще нам даже посоветовали, на самом деле, направить инструкцию по российской станции, что в будущем, я так понимаю, все-таки продвигать российское оборудование. ФАС нас поддержал. Я, честно говоря, не был уверен до конца. Ну, ФАС, молодцы. Кировский ФАС, спасибо вам, что поддерживаете российское производство.